Привет всем! Сегодня у Егора, второй день. У него акклиматизация в столом 2 часа. Ну ладно, это нормально, из холода в жару, из минус 20 в плюс 20 нормально. Так, сейчас куда мы едем сейчас? Сейчас мы едем в магазин «Метро», где мы все-таки надеемся, что мы найдем Егору хорошие кроссовки. Метро магазин. Ну, метро мы вам покажем, снимем отдельный сюжет про метро. Метро – это продуктовый магазин, там есть овощи, рыба, одежда, товары для дома. Ну, в общем, много всего интересного. И самое главное, что в метро продаются качественные вещи. Например, если это кроссовки Adidas, Reebok или какой-то другой фирмы, то это оригиналы. И далее после метро мы поедем в крепость Валании, точнее в одно из тайных мест крепости Алании, где есть, как-то даже назвать не знаю, панорама. Откуда, вот, откуда открывается панорама 360 градусов. Эта точка находится прям посреди полуострова, где находится крепость, и оттуда открывается вид на Аланию, на море с двух сторон, вид на Аланию 360 градусов. Сама я обнаружила это место, кстати, совершенно недавно, но это место также входит в музей Аланийской крепости, является частью Аланийской крепости, но туда почему-то ездит очень мало как туристов, так и местных. Поэтому мы съездим туда и покажем вам, какой оттуда открывается классный вид. Ну что, на улице у нас градусов, на солнце, наверное, градусов есть 20 есть, да? В тени, ну, где-то так 15, может быть, 16, но не холодно, очень-очень даже, да, очень такая комфортная погода. Вот, ну что еще рассказать? Едем на мопеде, на нашем электромопеде. Кстати, Егор сказал, что нужно снять обзор про электромопеды. Вот это мы, кстати, тоже сделаем в отдельном видео. Ну а сейчас мы едем в магазин «Метро», увидимся уже там. Есть что-нибудь интересное здесь? Очень много всякой разной обуви продается здесь. Кроссовки. Егор, смотри, а вот такие вот светленькие тебе не нравятся? Очень, кстати, классные. А? Нет. Вот такие беленькие. Вот такие нормальные. Что, купил кроссовки? Я не слышу. Слишком большой выбор. Я не слышу утвердительного ответа. Да не купил эти кроссовки. Сейчас едем еще посмотрим, если что. Ну, поворачиваем, возвращаем. Пойдем, шмотки зайдем. Куртки пошли, посмотрим. Распродажи курток есть. Кроссовки мы так и не купили. Потому что ничего нам не понравилось. Посмотрим, может быть, есть какие-то легкие курточки, пуховички. Турецкая кожа. Да это не кожа. Турецкий дермантина. Ну да. В общем, мы выходим из метро, опять ничего не купивши.
Какую ленту? Ну, ленту сказали с метро. Потому что если посмотреть на лого и все остальное, все будет один в один. А лента это что? Ну, тоже сеть супермаркетов большая по всей стране. В России? Да, тоже. Так что лента это плагиат. Лента плагиат, так мы выяснили еще одну вещь. Ладно, друзья, мы едем в другой магазин, увидимся уже там, надеюсь, с новыми кроссовками. Егор решил пофотографировать задворки метро. Вот так вот работают настоящие фотографы. Видите, им не страшны ни заборы, ни решетки. Все ради отличного кадра. А этот кадр будет просто обалденным. Жизнь за Инстаграм. Вся жизнь за Инстаграм. Так, ладно, побаловались и хватит. Дальше едем за кроссом. На осень. Повернись. Ну, кстати, классная курточка со скидкой 70 лир получается. Как тебе, Егор? Мне кажется, она такая. И классическая, и спортивная, да? В общем, берем. Ладно, смотри, все нормально. Да. А берем. А куртка это потом уже. Мы приехали на море. Егор, сколько ты лет не видел моря? Где-то я не вижу. Пять. Сколько? Лет пять. Лет пять. Ну вот теперь видишь. Потом еще лет пять. Сегодня, кстати, классная погода. Море очень спокойное. Очень, кстати, спокойно, вообще волн даже нет. На солнце жарко, я думаю, что днем народ все-таки уже есть, тот, кто загорает на пляже. Может быть, кто-то даже и купается, потому что тепло. Сейчас солнце уже заходит, но все еще тепло достаточно. Градусов 20, наверное, есть на солнце. Надо сходить и потрогать море. Думаешь, теплое? Я думаю, что тоже тёплое, не очень холодное. Егор пытается сделать панорамное фото. Что-то у него там не получается. Получилось? В Инстаграм. Получилось? В Инстаграм. Что там получилось? Да. А, ты видео делали фотку? Видео. Прикольненько. Мы опять пришли в магазин обуви купить Егору кроссовки. Попросили белые. И смотрите, нам принесли 6 пар разных белых кроссовок. Ну и, конечно же, какой шопинг без чая в Турции? Вот такой вот чай. Егор меряет. Ну, вроде бы выбрали, вроде бы там какие-то нравятся ему кроссовочки. Сейчас мы посмотрим. Ну что, повернись, покажи. Ну, симпатичные, хорошие. Тебе нравится? Да, вообще классно. А? Другим боком повернись передом. Ну, в общем, кроссовки мы нашли, тоже покупаем. Покупаем кроссовки. Ну да. Мы опять в нашем любимом ресторанчике. Сегодня мы пришли с Егором. Сейчас будем пробовать вкусненькую курочку и картошечку. Но я думаю, что тебе понравится. Но сейчас принесут, попробуешь.
Егор не может прожить без того, чтобы не запостить что-то в Инстаграм. Ну, понятно, для него все такое новое, интересное. Да сколько можно фоткать это блюдо? Давай уже пробуй, Егор. Да уже зафоткал. Ну, я пока покажу. Я взяла вот такой вот с овощами, а Егор взял с грибным соусом. В таких вот интересных тарелочках здесь всегда подают. Еще мы взяли картошку со специями. Ну, в общем, вкусно здесь. Ну что, понеслась? Понеслась, давай. Кстати, макарошки у них с каким-то особым соусом. Пахнет супер. Ну что, ставим им 5 звездочек? Ставим? Я бы поставил 10. Короче, мы ставим 10 звездочек и будем кушать. Всем, кто ест, приятного аппетита. Вот так едят картошечку настоящие джентльмены с кетчупком. Вот идет наш любимый Ханчик, проголодался. Адик, ты вы? Чокму? Здравствуйте. Наш... Хорошо погуляли. Ну да, хорошо погуляли по магазину. Ну ладно, слава богу, все купили мы. Да. До лета вроде ничего больше не нужно. Хорошо так покушали, подустали. Теперь едем домой. Егор, ну что, как твои впечатления-то? Мои самые положительные. В принципе, знаешь, до лета, у меня такое как бы, ощущение для русского человека, то, что но понятие как лето, в принципе, в Турции отсутствует, потому что здесь все зеленое. Ну зеленое и снега нет, скажи. И плюс поэтому 15-20 днем. Ну да. Больше. Это же, ну, что... ну слушай, ну это тебе сейчас повезло, ты приехал в конце февраля, а, например, в конце декабря, в январе месяце очень даже так и как-то днем прохладненько. Это сейчас уже тепло, теплее становится. Не, ну если сравнивать, конечно, зиму в России минус 20 с сугробами и зиму в Алании, то, конечно, в Алании теплее. Но Турция же большая, в некоторых регионах Турции и температура до минус 40 доходит, и такие сугробы, каких и в Мурманске ты не видел, есть. Поэтому это на побережье здесь так тепло. Здесь снега не было? Нет. Ну, лед, типа лед, знаешь, не лед, а как он называется, град. Типа град шел. Но это буквально там два раза в январе месяце 5 минут. Вот, ну что, впечатления положительные. Тогда подписывайтесь. Тогда подписывайтесь на наш канал. Следите за нашими приключениями. Ставите лайки. Дальше будет круче. Всем пока-пока. Первый раз на электромопеде Егор сегодня ездит. Он резкий, к нему надо привыкать. На зелененькую поставь, подожди. Ну что,
Я тебе говорю, к нему надо привыкать. Да. Просто он едет быстрее, скорость. Это просто скорость.